Через дорогу только спешившись, скорость не превышать, по пешеходной дорожке не ездить. Сотрудники госавтоинспекции снова обратили свое внимание на курьеров различных служб доставки. Напомним, год назад электроскутеры приравняли к средствам индивидуальной мобильности, и курьеры из пешеходов превратились в водителей транспортных средств. Правила поведения на дороге и внутри дворов для них поменялись, и об этом работникам сервисов напомнили офицеры госавтоинспекции. После небольшой лекции каждому курьеру достался световозвращающий знак. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».